Яркие эмоции, поддержка болельщиков и захватывающая игра. На центральном стадионе Всероссийского детского центра «Смена» прошел 13-й тур первенства Анапского района по футболу. Команда ВДЦ «Смена» принимала на своем поле команду «Приморец» из села Цибанабалка. Большое количество ударов, опасных моментов как у одной, так и у другой команды сделали игру очень насыщенной. На протяжении матча инициатива не раз переходила от одной команды к другой. Футболисты продемонстрировали очень высокий уровень подготовки. По мнению юных зрителей, матч между командами был зрелищным и интересным. «Сменовцы» активно поддерживали футболистов. В итоге в непростой борьбе со счетом 2-0 победила команда ВДЦ «Смена». Победа позволила хозяевам набрать заветные 3 очка в этом матче. Победители поделились своими впечатлениями от игры и поблагодарили болельщиков. Игра была тяжелая очень. Ну, добились победы. Это очень радует. 3 очка дома взяли при своих болельщиках. За это вам очень спасибо. Хорошая поддержка на трибунах. Залог успеха.